Московский экспериментальный механический завод выпустил универсальный дизель-электрический роторный экскаватор. Автор этой машины инженер Николай Евгеньевич Жижин, главный конструктор проекта Геннадий Иванович Соколов. Этот мощный землеройный комбайн может быть использован для рытья траншей под трубопроводы, для строительства каналов и оросительных систем, для разведки и добычи полезных ископаемых. Управление машиной автоматизировано, на ней работает только один человек. Землеройный агрегат проходит за час около 300 метров, вынимая за это время до 1000 кубометров грунта.